Погода в Сочи решила порадовать в кавычках людей, особенно тех, кто работает. И вот что, во что превратилась, например, детская игровая площадка в Сочи. Все разорвано, порвано, разбито. В общем-то, нужно было, конечно, людям не пытаться последние деньги урвать, а гораздо быстрее это все складировать. И более целое все было. Вот там кто-то копается, непонятно, что делает. Наверное. А вы здесь что-то забыли? Что вы смотрите? Это же бизнес у кого-то, это же люди работают. Ну, два дня, но люди вкладывали деньги, тут детишки. Ну, дети как... Ну отлично, но же не дает вам права влазить и правильно. Ну вот. Лучше попытаться найти контакты людей, кто эту площадку детскую делал, и сообщить. Вот. Ну, люди разные нужны, люди разные важны. В общем-то, бизнесмены. Сочувствую вам. Вот во что превратилась у вас площадка на берегу. Детская игровая.